Ну что, дорогие мои друзья, за последние два дня уже второй ролик по Clash Royale. Сейчас снег пойдет, что на меня напало? На самом деле все гораздо проще. Вы выполнили мои условия, вы набрали 10 тысяч лайков на предыдущем выпуске по роялю. Но не могу я забить на 10 тысяч человек, которые реально поддержали выпуск, которые поставили лайк, хотя я думаю, там гораздо больше было людей, которые хотели, чтобы я снял еще один выпуск, просто они не умеют ставить лайки, я не знаю, кто эти люди. Я записываю, и я... удивлен был, очень много людей досмотрели ролик до конца. Значит, вам это было интересно. Я возвращаю рояль на определенное время. Но только у меня к вам, роялисты и любители рояля, убедительная просьба. Вы ставьте лайки. Потому что мои условия остаются те же. 10 тысяч лайков, новая серия по роялю. Решаете вы, будет рояль на канале или не будет. Я вдохновлен маленькой мотивацией взять вот эту лигу. Стримить ли я буду рояль? Это не факт, вряд ли, но может быть пробьет меня и на стрим. Я хочу взять 6000 кубков, опять же, ну не знаю, как далеко я зайду, это тоже очень остается для меня загадкой. Если я не смогу, значит я не смогу, я не буду рвать пукан, но я постараюсь, вот что я точно вам обещаю. Значит, никак это не влияет на выход ролика по Brawl Stars, никак это не влияет на стримы по Brawl Stars, поэтому прожимай лайк, по ссылке в описании залетай срочно на канал для стримов, я тебя там буду ждать, поэтому давай, сегодня стрим будет. Ну что, я реально очень долго не играл, очень долго, поэтому, может быть, буду тупить. Я колоду, у меня тут нету колоды моей, я уже не помню, чем я тут, какая последняя мета была, поэтому я заглядываю в TV Royale. Выбираю, я, кто помнит, с кем я люблю играть. Естественно, я сейчас попытаюсь найти эту деку, абсолютно рандомную. Пока это не подходит. Это голем, если кто не понял, я ищу колоду с големом. Но пока что с големом очень... Во, вижу колоду с големом. Первую попавшуюся беру колоду с големом. Вроде бы приблизительно помнят руки и глаза. Поэтому поехали в бой. Да, это 400 кубков. Да, у меня аккаунт фуловый. Но все же, я буду пробивать, пробиваться вверх. И я думаю, что через пару дней я уже буду повыше сидеть. Так, микрофон делаю пониже. Поехали. Сейчас вспомнят ли руки, как нужно правильно использовать торнадо? Вроде бы помнят. Поехали, друзья. Так. Ну, опять же, сейчас будет легко мне. Сейчас пока будет легко. Так. Блин, а знаете, играть в Brawl Stars как-то вот микрофон нормально. Мне хватало расстояния всего, а вот как-то в рояль что-то микрофон мешает. Так, надо бы вспомнить вот это все. 11 рарки, это уже не 11 рарки, как раньше, да? Это 11 рарки сейчас. Ну, я имею в виду, это не фул прокачка, ну, вы поняли, да? Запускаем дровосека. Дровосек добирается к вышке. Торнадо использовать не буду. Не буду использовать торнадо, использую мега-муху и докину еще варвара. Муха живет. Так, пошел рейдж. Гоблины. Ах, не добили на 3 короны, но за второй заход сейчас заберем. Я себя, знаете, сейчас чувствую каким-то комментатором, я не знаю, там... сейчас свет переключу. Вот этот свет лучше всего. Каким-то комментатором по какой-то, не знаю... киберспортивной игре, там, по футболу, не знаю, себя аналитиком каким-то чувствую сейчас. Вот. Давно не играл в рояль, вот честно. Ничего не поменялось. Да, вышла обнова. Вот я сейчас сужу, вот объективно, да, вот я играю. Не произошло революции, да, не стало у нас две реки среди, между игроками, не стало три мостика, да, не стало у нас больше башен, колода не стала из 16 карт. То есть революции не произошло. Все тот же рояль с новыми картинками. То есть он реально не изменился. Да, может по балансу я уже, ну, не тот баланс, который я был, хотя я в этом сомневаюсь. Но тем не менее я уверен, что он не изменился. Первая катка, естественно, победа. Еще бы я проиграл на таких кубках. Ну и дабы на таких кубках вот это не выделываться с этим големом, давайте я по приколу сейчас сыграю тремя разными колодами. О, у меня тут какая-то уже дека есть. Давайте я попробую с ней сыграть. Поехали в бой. Чисто для разнообразия. 6000 кубков я буду апать. Конечно, путь будет... ну, длинным, наверное, потому что все-таки 6К.
Вот, разными колодами. Но уже когда подберусь к той точке, где уже прям, ну, сложно, я не знаю, я буду, наверное, искать какую-то свою мету. Ух, вот это я, конечно, сказал, да? Чувствую, я буду ленивым, и я не апну 6К. Ленивым дурачком, который пообещал и не апнул. То есть хватит меня на пару выпусков. Но я надеюсь, что вы будете поддерживать. Если вы будете поддерживать... Так. Фриз, громовержец, если у тебя еще и разряд есть, ты вообще конченый. Нет, нет у него разряда, у него стрелы. Господи, тихо, заряд. Ладно, закидываем летучих мышей. Хотя на 3 короны я вряд ли вынесу. Ух ты, еще и принцесса есть. Так. Ну, руки все равно помнят, да? То есть, как бы, основные темы я секу. Так, это 11 уровень. Слушайте, я думаю... Ну, у него фриз, вот в чем прикол. Но я думаю, что можно зайти вот таким вот... у него ж мини-пека. Чем я думал? Мини-пека фриз сейчас будет. Но мы, короче, вот так вот накинем копейщиков. Я игнорирую принцессу, потому что мне на нее срать. На чем я сейчас буду дефаться, та и без понятия. Так, ладно. Поехали. Я все так же пойду на 3 короны. Я игнорирую до сих пор принцессу. Вот настолько я в себе уверенный парнижа, да. Олдовский игрок. За мной следят сейчас 2 игрока. И, возможно, даже мои сокланы сейчас... Ааа, Холдик, ты что, вернулся в рояль? Не может такого быть. Да я сам в шоке. Я сейчас не просто, знаете, записал ролик по роялю. Я сейчас настроен играть в рояле, записывать периодически. Но, опять же, я не хочу... Ох ты ж, сука, какой тут пирожок. Так. Разряд, разряд. Ой, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Хорошо. Так, летучие мышки и фаербол. Победа. 3 короны. Еще бы, опять же, элитные варвары. Камон. Плюс 30 кубков. Кстати, знаете, что я еще готов апать тут кубки? Потому что изменили... Изменили вот что. Вот что изменили. Это, кстати, да, это изменение. Хоть и не глобальное, но раньше не так было. За победу дают все так же, как и раньше. А вот отнимают, мне говорили подписчики, минус 7, минус 10. Ну, то есть не так много. Это, кстати, должно сказываться на моих кубках. То есть мне должно быть легко апаться, по идее. Смотрите, какая есть колода. Королевский гигант со спарки. Поехали тоже по фану. Никакого экшена, да, и теста. Ну, тут реально сейчас вижу, что лоховские. Ну, не лоховские, но типа не уровень, не уровень сейчас, не уровень. То есть слабо прокачанные, разные элитоводы. Так, ракета. Все-таки, друзья, да, рояль свое уже пережил эпоху, да, хайп этот и популярность. Но я не могу сказать, что рояль плохая игрушка. Для мобильного гейминга это обалденная игрушка. Я не сравниваю его с ПК ни в коем случае, конечно. Если сравнивать вообще в целом, то, ну, камон, это мобильный гейминг. О чем тут говорить? Ну, для мобилки эта игра... Бля, это, ну это шедевр. Блин, сколько миллионов в нее людей играло. Какие просмотры эта игра собирала. Рекордный ролик, если в русском комьюнити брать, да, у Аурума, если мне не изменяет память, 5, что ли, да, миллионов просмотров. Или больше, я не знаю. Но это много на одном ролике. Вообще, я, честно, не слежу за этими топами, рекордами и прочими делами. Но... Все-таки я помню вот это те чувства, которые я проходил с 2016 по 2018 год. Успею! Успел. Чувства те, которые я проходил. Блин, эти стримы. Это арена джунглей, помню, добавили. Вау, там громоверса добавили. Но это уже чуть подальше, конечно. А те времена, когда ледяной колдун... Там принцесса появилась, вау, королевский гигант появился, 3 мушкетера. Да, по-моему, они же на 7-й арене там чуть попозже появились. Это очень крутые были времена, очень крутые. И добавлялись каждый раз там новую арену, и, бля, я кайфовал. Я не просто снимал эту игру, я очень от нее кайфовал. Поэтому я не хейтер этой игры, я
рад, что эта игра появилась в моей жизни, появился канал в моей жизни благодаря этой игре. Поэтому я готов в нее сейчас еще поиграть. И все-таки у меня цель 600 была, но теперь 600, по-моему, вообще... Типа, нету такой лиги даже за 600. 6300, это большой чемпион. Эта иконка у меня уже была. Она меня не мотивирует ни хрена. Я был уже на 5800. У меня была уже эта корона. А вот, вот этой, вот этот шлем принца и синий фон на трезубце. Вот вообще синий фон, он как бы 600, вот похож на 600. Поэтому вот такая вот мини-мотивация апать 6 тысяч кубков. Посмотрим, смогу или не смогу, напишите, верите в меня или нет. Доведу я до конца эту цель или не доведу, потому что, ну, я сам в себе не уверен. Не знаю, что-то не знаю. Главное, чтобы не остыл пыл. Ну, вы поддерживайте однозначно. В общем, ребятки, спасибо, что вы набрали 10 тысяч лайков. Буду мучиться. В общем... Огромное спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки и жду вас по ссылке в описании на моем стримчанском канале. Пока, ребят, пока.